Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с творчеством художников. Сегодня у нас Генри Кортни Силоус. Генри Кортни Силоус – английский художник, иллюстратор и литограф. Сын Гидеона Джорджа Слоуса, фламандского художника-портретиста и миниатюриста, ученик Джон Мартина. Джон Мартин был достаточно влиятельным английским художником 19 века. Данные из переводной Википедии, может быть, несколько кривовато переведено, но все, что есть. У Силоуса было два брата, Фредерик и Анджоло. Анджоло стал драматургом. 4 марта 1837 года женился на Эмилии Элизабет, дочери преуспевающего художника-миниатюриста Генри Пирса Боннета. У них было 4 дочери. В 1818 году Силоус поступил в школу Королевской академии. Выставил в академии свою первую работу – портрет любимой кошки. На сегодняшний день местонахождение этой работы не установлено. Представлял портреты животных в течение следующих 3 лет, прежде чем приступил к портретной живописи. Его ранние работы выставлялись под именем Слоус. Но в какой-то момент между 1831 и 1838 годами он принял имя Силоус. В 1840-х годах он начал рисовать исторический сюжет, первоначально вдохновленный возобновившимся интересом к исторической живописи. Писал исторические произведения до конца своей карьеры. Умер 24 сентября 1890 года, был похоронен на восточной стороне Хайгейтского кладбища. Вот так вкратце, данных очень мало, практически, в общем-то, и нет. О английском художнике-иллюстраторе, литографе Генри Кортни Силоус. Пока-пока, до свидания, смотрим работы этого художника.